Привет, ребята. Мы находимся на проспекте Гедемина. Вот это вот конец проспекта Гедемина. И вот этот вот перекресток, смотрите, вот он. Тут поставлен щит, ходить нельзя. Начинается вот эта ярмарка. Цена начинается от 15 евро до 40 евро. Вау! Тут даже дают попробовать, смотрите. Окунь. Ребята, окунь очень сочный. Но самый дешевый 10 евро. Сейчас спрошу, сколько этот без хвоста стоит. Так, что же мы забыли вчера купить? Четко светит солнце, тепло. Вау, супер, я гуляю. Такие пирожки по 4 евро. Со шпинатом, с яблоками, с творогом и с овощами. Ну вот, зайдем в другой павильон. Что же нам тут предлагают? Фаршированный перец, макароны. Гуляш какой-то в сметане. Цепелины, видарай. Посмотрите, видарай. Это картофельная картошка какая. Ой. Ой, хочу. Так. Сейчас я скажу. Десять евро, 2, 6 евро, 1. Такие вот блины картофельные. Так, я сейчас посмотрю. 6 евро такой картофельный блин. А нет, это, подождите, с мясом 6, а так 10. Сейчас прошу. Ну, вот это вот... мясная рулька. И вот пеку такие блины. Ой. Что-то мне хочется такого. Вот не могу я. Такие различные колбаски. Плов. Плов. Голубцы. Лащиша с овощами. Лосось по-русски. Так, картошка фри, хлеб с сыром, а это такой шашлык. Но это уже бракованный шашлык, потому что он просто лежит, его никто не берет. Так, здесь какие-то, видно, куриные пекут. Боже, так что-то хочу, не могу. Ребята, ну слабость у меня, слабость, вот. Это уже будет картофельный блин с мясом. Ну, драник, дарун, я не знаю, называйте как хотите. Квас. Ну, в такой вот бумажной. И вот. Я вот думаю, стоит мне этот окунь купить за 10 евро, все думаю. Но это дорого, правда. Но вкусный, обалденно. Ребята, так вкусно, я не могу. Я запиваю квасом. Квас, правда, холодный. Обалденно вкусный. Но блин... такое мясо, вот фарш, хороший фарш. Положено лавровый лист, приправы там. Ну, блин, очень вкусно. Ребята, я тащусь. Ребята, посмотрите, как литовцы покупают вот эти булки с маком, баранки. Ребята, я попробовала сыр, хотела купить. Вчера он был по 15 евро. Я прекрасно помню. Сегодня по 17. И она мне доказывает, что вы у кого-то другого пробовали. Сыр с чесноком как бы уже и не такой, как был вчера. Вчера был сочный, а сегодня какой-то высохший кусок, половинка, и уже не то.
Продолжение следует...